Здравствуйте, меня зовут Роман Кучерук, я представляю компанию «Промостойка.рф» и хотел бы дать свой видеоотзыв мероприятию, которое сегодня произошло. Это 10-я ежегодная конференция маркетинга продажи. Я на этом мероприятии впервые. Отдельная благодарность Андрею Веселову за приглашение, потому что я посещал уже до этого некоторые тренинги и мероприятия с большим количеством спикеров, но с сегодняшнего первого дня этого форума я вынес больше тезисов, получил очень много интересной и концентрированной информации. Отдельно хотел бы отметить выступление Максима Поташова за четкую структурированность и подачу информации. Отдельно хотел бы отметить такого спикера, как и Имшинецкая. Впервые я увидел ее выступление. Оно мне показалось очень ярким, интересным. То есть благодаря этому мероприятию я узнал, что существуют в России еще такие спикеры, женщины, которые могут дать так интересно и полезно, подать полезную информацию. И хотел бы еще отметить выступление Дмитрия Ткаченко, который на протяжении всей своей презентации показывал высокий уровень профессионализма в области продаж и дал очень много свежих идей для того, чтобы развивать собственные продажи в компании. Спасибо.